Добрый день! С вами педагог дополнительного образования коллектива «Ритм и танца» школы 1420 Субботин Сергей Алексеевич. Перед началом занятия обратите внимание на выполнение правил техники безопасности. Наденьте удобную одежду, и мы можем начинать. Сегодня в танцевальной хореографии очень много разнообразных направлений. И многие современные танцовщики думают, что народный танец – это, как говорится, пережиток прошлого. Но на самом деле огромное количество движений, трюков берется именно из народного танца. Сегодня мы с вами разберем одну очень интересную присядку, которая с большим успехом пользуется у танцовщиков такого направления, как нижний брейк-данс. Итак, что же это такое и как делается эта присядка? Все наверняка помнят такое движение, как ползунок на двух руках. То же самое мы будем делать с вами и в этой присядке. Итак, мы с вами заняли исходную позицию для ползунка на двух руках. Далее следует обычный ползунок. Раз и два. На третий счет мы с вами три ставим ногу и разворачиваем корпус, поднимая руку и ногу одновременно. И как вы понимаете, повторить это нужно не один раз. Затем мы с вами делаем то же самое с левой ноги. С левой ноги. Раз, два, три и четыре. Теперь, когда мы наработали это движение с правой и с левой ноги, мы не теряем равновесие. Пробуем объединить с правой и с левой ноги. Не каждому исполнителю удается сделать это движение с первого раза. У тех ребят, у которых хорошая танцевальная и спортивная форма, это движение выполнить не составляет фактически никакого труда. На следующем уроке мы с вами разберем другую интересную присядку, трюк, который также исполняется в брейк-дансе. Это ползунок на двух руках с ревальтатом. А на сегодня все. Хороших занятий и удачного дня!